Итак, дорогие друзья, теперь другой подъезд. Ставим лазерный уровень. Он, конечно, слабоватый и не пробивает все, что мы с вами увидели. Но и здесь я тоже не вижу особых нарушений. С точки зрения погрешности и всяких там других элементов, я бы не стал здесь придираться. Ну, вот. А все остальное, как бы, мы еще будем проверять и смотреть. Так, здесь по откосам они получше сделаны, чем в том подъезде. Ограничивает возможности лифт. Не знаю, как здесь сделать, чтобы дверь открывалась больше. Но, с другой стороны, особых нарушений по световому проходу здесь я не вижу. Он максимально раскрыт. И по всем требованиям придраться здесь тоже невозможно, даже если такое желание появится. Вот, так что давайте думать дальше, какие проблемы будем решать. Так, по ручкам. Ручки шикарные стоят. Если бы все остальное было такое же, можно было бы радоваться.